что может привести к заболеванию вот сахарный диабет? Во-первых, никто не отменяет наследственный фактор. Обычно сахарный диабет первого типа, который чаще всего мы наблюдаем у молодого поколения, у детей, он является врожденным, то есть наследственным. Сахарный диабет второго типа, мы его называем как приобретенный, то есть он появляется с возрастом, когда человек пренебрегает правилами питания, скажем, злоупотребляет алкоголем, неправильный образ жизни, неправильное, скажем, употребление каких-то лекарственных препаратов, которые могут тоже токсически воздействовать и поражать здоровые клетки. В целом факторов очень много, и у каждого человека, скажем, это вот нужно выяснять индивидуально. Но чтобы избежать, скажем, такого прям грозного осложнения от сахарного диабета и вообще появления самого сахарного диабета, мы должны научить людей понимать и придерживаться правильного питания, следить за своим здоровьем и принимать черный тмин.